Здравствуйте. Все мои знакомые знают, что я несколько лет назад был толстым. Я весил 120 килограммов. 120 килограммов. Когда-то я весил. Я дошел до такой степени, что у меня болело сердце. У меня стало болеть сердце. Сильно повысилось давление. Я стал гипертоником. Я был вынужден каждый день пить таблетки. Тогда я серьезно задумался. Надо что-то делать. Я читал научные журналы о здоровье. Смотрел видеоролики на YouTube. Изучал этот вопрос со всех сторон. В итоге я подобрал себе такую диету, с которой успешно похудел. Сейчас мой вес 70 килограммов. 70 килограммов. Я хорошо себя чувствую, я доволен. Но остался один вопрос, который мне надо решить. Я похудел от макушки до желудка. А ниже желудка у меня осталась такая жировая складка. По-научному это называется вздутие живота. А в народе его называют пивной животик. То есть вы видите, у меня лицо худое, здесь все худое. А вот немножко есть вздутие живота. Я эту проблему должен решить сейчас. Я пытался заниматься спортом, голоданием. В моем возрасте это уже не работает. Может быть, у 20-летних этого прошло, у меня, значит, не проходит. Вы, наверное, знаете, у вас тоже есть такие знакомые. Он вроде не толстый, нормальный, а живот вздутый. Выпуклый живот. Наверное, у вас есть тоже такие знакомые. Вот. В народе его называют пивной животик. Ну, что вам сказать? Чтобы вы поняли, что конкретно я имею в виду, я сейчас продемонстрирую. Вот это мой животик. Вид спереди. Кто хочет запомнить, рассмотреть, поставьте на паузу и рассмотрите. Сейчас будет вид сбоку. Вот, кстати, вид сбоку видно. Лучше даже видно, что есть вот такой животик. И вы можете мне сказать, а чего ты нам это показываешь? А я вам показываю потому, что я надеюсь, что через два месяца этот живота не будет. Поэтому я вам показываю, чтобы вы запомнили, а через два месяца я сниму видео и покажу результаты, что я делал и так далее. Это вид с левой стороны, с левого бока. Сейчас будет вид с правого бока. У меня здесь, значит, вид с правого бока. Но вид с правого бока вообще видно, что живот реально вздутый. Вот, пожалуйста, живот реально вздутый. Раз, два, три. И обратите внимание на мое лицо. То есть лицо у меня худое, сам я вешу немного, а живот вздутый. И такая проблема есть у некоторого количества людей. Вот. Теперь что я вам хочу сказать конкретно. В общем, мне посоветовали одно средство, которое должно помочь убрать этот живот. Сейчас я буду делать эксперимент на себе. Ну, как всегда, я делаю эксперимент на себе. Я буду пить БАДы. БАДы – это биологически активные добавки к пище. Мне пообещали,
что если я буду 2 месяца их пить, у меня этот живот уменьшится. А также организм человека очистится от соли, сахара, холестерина, токсинов, канцерогенов, слизи, от песка и камней в почках. Глубокое очищение кишечника. Вот завтра с утра я начну пить эти БАДы, биологически активные добавки, и через 2 месяца я сниму видеоролик о том, какой результат получился. Обратите внимание, я не рекламирую фирму, я не называю, как называют эти БАДы. Потерпите 2 месяца, это будет честный эксперимент. Получится, скажу, получилось вот так-то. Не получится, скажу, не получилось по такой-то причине. Ну, я думаю, получится, как бы уважаемые люди мне посоветовали. Вот. Так что, если вас интересует результат, может быть, даже это будет раньше, чем через 2 месяца, я не знаю, я беру с запасом. Но вот как будет результат, я сниму видео и погружу в интернет. Кто у меня подписан, подписчики, они увидят. Если вас интересует, как нормализовать давление, улучшить здоровье, очиститься от всех шлаков, гельминтов, повысить тестостерон, стать более энергичными, выносливыми, похудеть без голодания, подписывайтесь на мой канал. Если вы смотрите на YouTube, нажимайте красную кнопку «Подписаться» и колокольчик, чтобы получить мое следующее видео с результатами. Если у вас есть вопросы, напишите мне в социальных сетях, в личку или на мой email. Можете поставить на паузу и записать мой email. 35EM, значок собака, mail.ru. Вот. Если вы поставили на паузу, можете записать. Можете комментарии к этому видео писать. Вот такие дела. Да, что хочу сказать. Поделитесь этим видео со своими знакомыми. Может, кому-то нужно улучшить здоровье. Я обещаю, что это будет честный эксперимент. Потому что я не называю, как называется фирма. Я не называю, как называются эти БАДы. Если через 2 месяца у меня будет хороший результат, я продемонстрирую опять живот, и я скажу, что я пил, как я пил. Так что подождите. И для чистоты эксперимента я продемонстрирую еще раз свой живот. Вид спереди. Сейчас будет вид сбоку. Вид сбоку, с левого боку. И сейчас будет вид с правого боку. Я думаю, вы хорошо разглядели, что есть вздутый живот. И эту проблему сейчас мы будем решать. Кстати, вот обратите внимание на мое лицо, да, то есть лицо худое, до желудка я достаточно худой, ну, животик вздутый. Так что будет честный эксперимент, независимое расследование, так сказать. Через 2 месяца какой будет результат, я запишу видеоролик и поставлю его в сеть. Если вы хотите увидеть следующий мой ролик,
подписывайтесь на мой канал. Ну, просто нажмите красную кнопку подписаться и колокольчик. И поделитесь со своими друзьями. В общем, кто хочет, пишите мне еще, пообщаемся, какие-то советы я дам на эту тему. С вами был ваш Эмиль.